О чем я вам сейчас говорю? Об успехе. Как, почему успех возникает в сердце человека? Откуда у него желание уважать, любить людей? Откуда оно возникает? От самодостаточности. Самодостаточность – это не то, что денег хватает. Это не то, что жена есть и дети есть. Самодостаточность – это наполненность Богом. Богатый слово, значит, богатый. Наполненный Богом переводится. То есть самодостаточность в чем выражается? Человек может быть бодрым, жизнерадостным, сосредоточенным, работоспособным, иметь хорошее настроение. Все это идет от природы. Вот у меня сейчас хорошая работоспособность, хорошее настроение, бодрость. Все это идет от вашей природы. Я тут приехал у вас, всю природу забрал себе внутрь. Ее меньше не стало при этом. Если вы захотите, можете тоже все забрать. Ну то есть, понимаете, это успешность. Успешность означает, что человек бодрый, жизнерадостный, счастливый. Это от природы просто идет. Теперь влиятельность, вот такое, влиятельность. Это от любви к людям. Ну что такое влиятельность? Вот как, допустим, человеку в раз начать петь и сразу, чтобы всем понравился его голос. Значит, тебе надо любить людей. Все, любишь людей, значит, будешь популярным певцом. Если ты парикмахер, любишь людей, станешь очень популярным, успешным парикмахером. Если ты преподаватель, любишь людей, будешь успешным преподавателем. Врач, любишь людей, будешь успешным врачом. Девушка, любишь людей, вот такого мужа тебе Бог даст. Но любить людей означает, надо тренироваться в этом, понимаете? Чтобы их полюбить, надо их узнать сначала. Поэтому надо что-то для них делать. Если ты делаешь что-то для людей, постепенно у тебя вот этот контакт с людьми усиливается, и сама любовь к людям привлекает к тебе людей, потому что все ищут любви.